Я уже поднялась в гору, дошла до станции, Баир перестегнул и снял полиспаст, и сейчас я щелкнула спусковое устройство Гри-Гри, и все, и теперь готова спускаться вниз. Все, поехали. В этом мероприятии мы будем оказывать помощь, во-первых, при вот, организации, при проведении вот этого восхождения. Наша гора, вот эта высшая точка Бурятии, Мункусардык, она превратилась в своеобразную Фудзияму. То есть в настоящее время практически получается, что чуть ли не каждый гражданин считает своей обязанностью взойти на вот эту гору и не только один раз, но и практически ежегодно совершает, уже тоже традиции вырабатываются у людей, и они постоянно совершают. Если обратиться к проекту Аюна 2020, то хочу сказать, что для компании Катаржина, конечно, идея участия и поддержки экстремальных путешествий не новое. Мы еще в конце 90-х годов подобные проекты начинали уже поддерживать. Компания Катаржина поддерживала переход по маршруту Суворова через Альпы инвалидов-колясочников. Мы поддерживали Дмитрия Шпарова в его экстремальных путешествиях, в том числе на Макинли. Мы поддерживали экспедиции на Камчатку. Вот. И когда мы узнали про Аюну, нас это, конечно же, заинтересовало. И здесь, что называется, сложилось все очень таким определенным образом. В апреле 2020 года наша компания отмечает 25-летие. И как раз Аюна собирается в апреле покорить эту одну из самых высоких гор Бурятии. И нас, конечно, это заинтересовало. Вот. Ну и лишний раз как бы поддержать человека. Дело в том, что мы сами на колясках, и поддержка своих собратьев, это для нас очень важно. О проекте Аюна мы узнали, я бы сказала, чудом, потому что в тот день, когда к нам пришел Ринчин в офис, меня в офисе быть не должно было. В итоге Ринчин пришел, и через 5 минут я поняла, что мы будем поддерживать эту историю, потому что Аюна большой молодец. Аюна — это человек с сильнейшим характером. А еще история Аюны — это история о дружбе. История о команде. Мы не могли пройти мимо этого. Все-таки цель — это безопасное восхождение, чтобы в этом мероприятии не было ни пострадавших, ни травмированных, ничего. То есть это основная задача, поэтому мы там и находимся, в этом районе, чтобы люди, приезжая туда, не получать травмы, да, не приезжают для того, чтобы получить удовольствие от восхождения, от природы. Дело в том, что само восхождение на гору, оно не самое главное. То есть очень многие приезжают туда взойти просто, допустим, до озера. Уже дойдя до вот этого озера, да, люди получают такое же удовольствие, как от восхождения. То есть тот район, он такой своеобразный, он вот реально он пропитан такой энергетикой, что когда туда люди приходят, они туда потом возвращаются. И вот я думаю, что даже если вот это мероприятие просто даже Аюна совершит восхождение до озера, это будет большая победа. Специально для Аюны мы сошьем спальник-ногу, которые альпинисты используют в экстремальных восхождениях, а в данном случае Аюна сможет заехать на вершину в этой ноге и не замерзнет. Говоря отдельно о коляске, это не та коляска, которая повседневная, само собой, это специализированное изделие, приготовленное специально для вот таких вот мероприятий. Экспедиции такие, они достаточно сложные, конечно же, они достаточно рискованные, но я верю, что профессионалы подготовят Аюну соответствующим образом, и все у них получится. Ну, как говорят все альпинисты, Аюна, погода тебе в горах, все остальное у тебя есть. Все будет хорошо.